Ребят, в том году я впервые съездил на рыбалку в Астрахань. Так как знаю, что из Астрахани везут очень много рыбы. И сырой, и копченый, там можно купить разные вкусы. Я купил себе вот такой вот холодильник. Он, наверное, литров на 40, на 50. Холодильник потрясающий, он замечательно держит холод. Да? Здесь вот большие кассеты просто с обычной водой заливаются, прикручиваются. Три большие кассеты. Плюс со специальной жидкостью еще взяли кассеты, чтобы можно было охлаждать рыбу. В него входит очень много рыбы. Всем советую. Очень удобный, легкий. Замечательно держит температуру. Но брать нужно большой, да, чтобы любую трофейную рыбу сюда можно было уместить. Вот этот вот контейнер, к сожалению, вот сейчас уже здесь емкость не написана. Я ее так не помню, да? Но контейнер потрясающий. Холодильник. Есть отверстие сливное для конденсата. И здесь он закрывается, просто вот эту пружинку на себя. Крышечка закрылась. Всем советую.